Сегодня 21 января. День алкогольной независимости. Как можно быть независимым? Когда праздник начинается с 25 декабря, мы начинаем отмечать с католического, потом Новый год, потом что у нас? Правильно, православное Рождество, потом крещение. И так мы идем, и мы, конечно, не от алкоголя ни капли не зависим, вообще совершенно. Ну, конечно, месяц бухать беспрерывно, как вы думаете. А тут еще карантин подкинули. Посиди, товарищ, дома, не надо тебе никуда не ходить. А что мы делаем дома? Конечно, бухаем. А что нам еще дома делать? А потом, откуда у нас алкоголь не зависит? Да ниоткуда. Нас просто берут в рабство алкоголь. Наглым образом, смело. Вот как-то так.